5 мая, вертолеты, Санкт-Петербург. Красота. Погода чудесная, солнце. Необыкновенная красота. Техника, военная техника. Боже мой, какая красотища. Сейчас мы поближе подойдем и там поснимаем уже поближе и пофоткаемся. Красота.
Сейчас, блин, ты не дергай меня за руку. Ты видео снимаешь? Да, снимаю. Видео снимаю. Хребет. Один такой серьезный. Хребет тут веселый. Снимаю. Что, еще кто-то идет? Чудесный город, чудесный парад. Все, конечно, я сейчас не показывала, потому что просто рот раскрыла и смотрела сама. Это невероятная красота. Но вы видели эту технику? Это просто, у меня нет слов. Это такие серьезные машины, танки, пушки, не знаю. А самолеты, истребители, это вообще невероятные. Да, корабли мы, наверное, сегодня не дождемся, скорее всего, корабли сегодня. А?
отменяются, но я думаю, что на следующий год они будут, и я думаю, что... Да, пожалуйста, поднимитесь, будем полиция, ДПС и тут перебить, да? Я думаю, что на следующий год здесь обещают все гораздо круче. Ну, по-моему, и так все круто сегодня было. Я надеюсь, вам понравилось, дорогие мои, любимые мои, единственные, неповторимые друзья. Желаю вам в этот прекрасный праздник здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной, неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока, а мы идем дальше гулять в кафе. Это бессмертный полк, вы видите. Они выстраиваются сейчас и пойдут парадом, да? И, наверное, вы помните, когда Ванга говорила, когда мертвые станут наряду с живыми в России, Россия будет непобедимая страна. И действительно, когда у нас появились бессмертные полка по всем городам, и вы видели техника, которая у нас есть, то можно с уверенностью сказать, что Россия непобедимая страна. Аврора. Чудесное небо, вообще прекрасные облака, просто необыкновенные. Мы сейчас с вами идем смотреть салют. Идем и любуемся этим небом прекрасным. Необыкновенная красота и сказка, просто сказка. Это просто нечто. По Питеру, конечно, лучше гулять, здесь на машине ездить, ну, грех просто.
потому что ну такие красоты, господи, боже ж ты мой. Это просто сказка. Невероятно. Смотреть салют, который обещают. Надеюсь, что он будет обязательно. Какие птички милые. Чудо. Интересно, что это за птицы? Кто знает, пишите в комментариях, что это за птички такие интересные. Не знаю я, что это за птицы. Прям сидят, щебечут, как влюбленная парочка. А давайте, ребята, мы так вдвоем сделаем. Сейчас все, кто хочет пару, загадывайте желание. Смотрите на эту парочку сладкую, загадывайте, чтобы быть в паре всегда. Желание ваше обязательно сейчас исполнится. Слышите, как они воркуют? Дай Бог, кто ищет пару, чтобы сейчас в течение месяца двух обязательно нашел эту пару. На самом деле, не сказали, куда у меня вытащить захотели. Я тут теперь стою, что-то жду. Что вы думаете? Ты прям надо, что ли? Он такой, главное, знаешь, человек просто, который мне близок. Нет, подожди. Да, она мяукала. Попросила сигарету, она мяукала. Я тут пропустил. Здрасте. Собрал Селю. А мы тут это, у нас тут своя чехла. Загадываем желание, обязательно исполнится. Загадывайте самые сокровенные желания. С днем победы! Есть очень большое скопление народа, очень большая энергетика. Поэтому все, что сейчас вы загадаете, все исполнится. Ура! Ура! Ура!
представил. Не важно. Мы успеваем почти. Надеюсь, что он будет классный. Потому что городу выделили. Да нет, он всегда такой беспонтонный. Ура! А вы что молчите? Я люблю! Я снимаю!
Ура! Поверьте, желание обязательно исполнится. Люблю вас всех. Пока-пока.